Еще один рецепт превосходного гарнира или самостоятельного блюда, которое можно подать, например, на завтрак. Спешу поделиться вариантом, как приготовить фасоль стручковую с яйцом, полезно и просто. Когда появляется первая зеленая стручковая фасоль, покупаю сразу 2-3 килограмма, чищу, мою и замораживаю порционно, так как я обожаю супы и вторые блюда с зеленой фасолью, и тогда можно без проблем и очень быстро приготовить фасоль стручковую с яйцом себе на завтрак. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подготовьте все ингредиенты. Сначала почистите фасоль. Промойте под проточной холодной водой. Вскипятите в кастрюле подсоленную воду, положите фасоль и варите 7-10 минут, фасоль выложите в дуршлаг, часть отвара сохраните. Жду ваших лайков и комментариев. Взбейте яйца, соль, перец и сок одного лимона. Верните фасоль в ту же кастрюлю, добавьте взбитые яйца и немного горячего отвара, перемешайте. Поставьте кастрюлю на огонь на 20 секунд, помешивая. Выложите фасоль с яйцом на сервировочное блюдо и подавайте как гарнир к мясу или как основное блюдо. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Фасоль стручковая, 700 грамм, яйца, 2 штуки, лимонный сок, 2 столовые ложки, перец черный молотый, по вкусу, соль, по вкусу, количество порций, 4. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Друзья, жду вас снова.